Фильм «Акванавты», снятый по одноименной повести писателя-фантаста Сергея Павлова, зрители увидели в 1980 году, а в 81-м состоялась мировая премьера этой картины. Захватывающий научно-фантастический сюжет резко контрастировал с удивительно нежной земной песней. Любопытно, что стихи на мелодию Евгения Крылатова написал режиссер фильма Игорь Вознесенский. А для нашего вечера эту песню выбрал актер театра имени Моссовета, заслуженный артист России Валерий Еременко. Прощу, но только ты люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, пообещайте мне любовь такую нежную, и мир для нас родится вновь, маня надеждою. Разлилась живой водой и песню грустную. Любовь не может быть другой, я это чувствую. Пообещайте мне любовь хоть на мгновение. Хочу изведать эту боль, как откровение. Сожгу мосты, не зная жалости, и все прощу, но только ты люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста, люби, люби, пожалуйста. Обещайте мне любовь. Вновь и вновь до бесконечности. Пусть не сорвутся никогда слова отчаяния, коль не минует нас беда. Пообещайте мне, пообещайте мне любовь хоть на мгновенье.